Хозяюшки на заметку. Извиниться перед гостями за то, что не убрано, во много раз легче, чем сделать уборку. Обычно на свадьбах воруют невесту, а у меня украли тещу. Больше таких дорогих подарков не было. Знаете, чем в современном русском языке различаются понятия москвич и коренной москвич? Как это? Коренной – это тот, кто уже выплатил ипотеку. Женщины влюбляются в то, что слышат, а мужчины – в то, что видят. Поэтому женщины красятся, а мужчины врут. Для того, чтобы поставить детей на ноги, надо снять их со своей шеи. Прораб Петров не может достроить себе дачу, потому что ворует у себя кирпич и строит из него баню. Перечитываю Анну Каренину и обращаю внимание на иностранных работников того времени: девушка-прислуга француженка, кормилица итальянка, часовщик немец, жокей англичанин. Охренеть, когда-то гастарбайтерами в России были выходцы из Западной Европы. 80% мужчин не знают, из-за чего злится жена. Оставшиеся 20% даже не знают, что жена злится. Отправляю перед обедом ребенка мыть руки. Стоит и держит руки под струей воды. Говорю: мой руки, три их. Смотрит на меня, как на ненормальную, две их. Выросла холодной стервой, потому что в детстве на утренниках всегда была снежинкой. А почему яйца так легко разбиваются? Так потому что сделаны через жопу. Подпишись, поддержите лайком.